только начинается. Катарина Гербольд заняла третье место на этом турнире. Бронзовую медаль получила. И она является лидером взрослой сборной России на грядущем чемпионате Европы. Нашли диск. Самолет близит к небу.
Красавица Катарина Гербольд, бронзовый призер чемпионата России в женском одиночном катании. Конечно, не нужно стесняться того, что так сложилось на этом чемпионате, что молодежь вырвалась вперед. Молодежи терять нечего, нервов у них нет. Прыгают они на...